Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Так, давай быстренько с тобой заберем, что у нас тут вообще есть. Ага, ДНК. Ну что, я продолжу опять, друзья, играть на арене. Хотя можно было бы Могучие Деньги поиграть. Могучие Деньги, там что у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Могучие Деньги. В принципе, можно было бы, но здесь ради скольки? Даже не знаю. Нет, я хочу все-таки поиграть на арене. Почему, ребята, на арене? Потому что, ну, вдруг нам все-таки каким-то чудом выпадет вот этот пак. Ну, разве не прелесть, а? Конечно, прелесть. Ну что, давай попробуем. Ну, тут, как ты понимаешь, уже топовые будут у нас бойцы. Так что нам надо брать, наверное, Диплотатора возьмем. Дальше Тапиелозавра, я так предполагаю. И, наверное, Алангозавра. Будем смотреть, кто нам достанется из противников. Мы взяли с тобой чисто гибридов. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Надо только лишь справиться с ними. Так, ну здесь мы, конечно, проигрываем. Если взять нам... Блин, если я возьму Алангозавра, он, скорее всего, возьмет Пастазуха, да ведь? А если я не возьму, то, боюсь, нам тут всыпят по полной программе. Давай возьмем защиту. Так, тут еще и тираннозавр у него. Блин. Вот 100% возьмет Пастазуха. Я все-таки, наверное, сейчас возьму Алангозавра. Да. Он абсолютно ничего не стал делать, поэтому берем с тобой вот так вот. И берем защиту. Ну что же, смотрим, что он будет делать. Ему 100% надо будет поменять на Пастазуха. Да. И что же ты будешь делать? Все, тебе крышка. А, нет, подожди, какая тебе крышка? Тебе не крышка еще, парнишка. Тебе еще далеко не крышка. Он потратил одну атаку, да? Ну что, делаем слив. Ай-яй-яй-яй. Немножко не так я хотел. Ладно, фиг с ним. 492, то есть две атаки ему в любом случае придется потратить. Тогда наш Алангозавр его чпок-чпок, и все, ребята. Ну ты понял, да? То есть мы здесь с тобой выиграем в любом случае. Ну что, две атаки надо сделать. Раз, два, точно две. Блин, может быть, три все-таки надо сделать. Ладно, сделаем три и бонус. Ага. Значит, все-таки я правильно подсчитал. Ну что, выходит тираннозавр. Ну что, ему придется слить две атаки, как ни крути, а дальше Диплотатор делает свою работу на 100%. То есть выкрутились мы с тобой из этой ситуации нелепой, причем в очень даже хорошую сторону, именно в нашу сторону. Пока, тираннозаврик. Получи и распишись. Как-то так. Диплотатор молодец, красавчик. Ну что, ребята, мы крутим рулетку. В надежде, что нам когда-нибудь выпадет пак. Так, мы с тобой в охотниках находимся, да? Ну, можно, в принципе, и доллары получить. Я не откажусь от баксов. Соточки. Да л... Твою налево. Я думал, что, ребята, удача улыбнулась дудки. Она меня просто подразнила. Ну что, я возьму, наверное, Нондагозавра для начала. Вот теперь сиди и думай, что нам взять-то. Наверное, Сфинакодона возьму. И Пеликанептерикса. Как думаешь? Такая команда зарулит? Вот и я не знаю. Сейчас посмотрим. Все зависит от того, кто здесь будет первым. Если хищник, это гуд. Если летун... Ух ты, ты посмотри, как он у него. Два ящера. Блин, конечно, вот это не совсем в тему. Но смотри, мы можем с тобой сделать вот так вот. Оставить одно здоровье этому Нондазуху. Окей. Вот это, конечно, не в тему. У нас здесь лучше бы у нас стоял летунчик. Как раз бы против крутозавра пошел бы. Очень даже хорошо.
Что? Лабиринтозавра берет? Лабиринтозавра он взял. Хм. Ну давай я вот так вот сделаю. Он сейчас возьмет крутозавра. Вот 100% тебе говорю, он возьмет крутозавра. И две атаки. Да там, наверное, на одной будет достаточно, чтобы убить сфенокодона. Нет, все-таки две атаки надо будет ему тратить. Но если он потратит... Он вообще ничего не стал делать. А ну-ка. Давай, родной. Ну что, вжарим ему как следует или что? Ох, я даже не знаю. Давай попробуем. Да ладно. Так, крутозавр отлетает. И выходит лабиринтозавр. Сколько ему нужно слить? Две. Три у него останется на прозапас. На прозапас. А мы тогда возьмем с тобой асфенокодона, возьмем и, наверное, растопчем его. Наверное. Я не знаю, сколько он там взял и чего он взял. Но в любом случае надо менять. Не надо влетать только, ё-моё. Да, ребята, это была крутая подстава от игры. Прям в процессе поединка, ну ты сам видел, вылетела она, короче. Так, а что у нас тут? А ну-ка. Да иди ты в баню, он еще до сих пор не сделал мне эволюцию. Вы серьезно издеваетесь так? Короче, очень было обидно. Вот за то, что игра сделала на арене. То есть я просто слил своих динозавров. Вот этих вот. Просто слил тупо. Ладно, берем Тропиогоптера, Таникалагриуса и Анкилодока. Но если еще раз будет вылет, я не знаю, что сделаю с игрой. Удалю ее. Шучу, конечно. Ну что, ох ты, ох ты, ох ты. Тираннозавр мод 2. Ты посмотри, там у него какие крутыши стоят. Так, ну здесь этого сразу выносим. Тирана Титана. Сразу с плюшки с одной. Шикарненько. Так, Пленозуха тоже, в принципе, можем вырубить с одной плюшки. Им даже нет смысла что-то тут менять. Ну что ты, Пленозух? Что ты загрузил? Меняет. Берет Тирана Титана. Ой, Тирана Титана. Тираннозавра. Что это? Я совсем уж заговориться стал. Ну а если я вот так вот сделаю? Оп. И бонус. Хоп. Что ты по этому поводу скажешь? Возьмешь своего Пренозуха, обратно поменяешь, да? Только такой вариант у тебя может выгореть. Нет, смотри-ка, ничего не стал делать. Хорошо, как скажешь, я продолжаю копить бонусные очки. Давай, давай, я жду. Я жду. Вот и все, ребята. Он уничтожил мне Таникалагриуса, а мы, соответственно, уничтожаем его. Для этого нам понадобится потратить... Этого будет более чем достаточно. Плюс я беру вот так и вот так. Все. Пока, Тирексик. А этот мне при назух ничего не сделает. Вообще ничего не сделает. А я ему сделаю. Я его уничтожу. Погнали, ребят. Эх, была не была. Выносим. О, всего две защитки взял. Все. Допилась птичка. Ну, слава богу, хотя бы не вылетела игра. Блин, жалко, конечно, за тот поединок, который у нас вылетел. Там была победа все равно за нами. Так, давай-ка, куда мы перемещаемся с тобой? На 16-ю позицию. И выпадает нам загадочный пак. Ох ты, ДНК-то сколько дали? Нормально. Слушай, ну... Вот, хорошо. Когда ДНК дает много, это очень приятно. ДНК нам нужны. Ну что, двигаемся дальше.
Так, взять, может быть, нам Астафрикозавра. Вот как тут лучше поступить? Давай возьмем Эдиоморфодона. Потом Астафрикозавра я возьму. И, наверное, Афиакамим. Хотя... ладно, возьмем Афиакамима. Что-то мне подсказывает, сейчас будет очень много хищников. Особенно рептилий, да? Ой-ой-ой-ой-ой, тут посмотри. Эуламбия какую-то, я таких и не видел. Антаркопельта. Ничего себе. Так, я вижу, вижу, ребята, что это травоядник. Блин, у него диметродон есть еще. Ё-моё. Ну что, берем защиту, наверное, да? Или как? А, мы ничего не возьмем. Он тоже сейчас будет менять, 100% я говорю. Он возьмет диметродона. Да-да-да. Ну и что мы с тобой возьмем тогда? А возьмем мы с тобой, наверное, следующее. Так и вот так. Посмотрим. Так-так-так. Угу. Ну что, можно, в принципе, его сейчас уже и уничтожить. Ведь можно же уничтожить? Конечно, можно. Раз, два, три. И бонус. Иди отсюда, птичка. Диметродон готов. Так, Эуламбия. Ну, если, конечно, он 4 атаки сделает, то он меня уничтожит. Это понятное дело. И Эдиоморфодон особо здесь не зарулит. Как ты понимаешь, да? Но, тем не менее, этого хватит, чтобы его подбить к ядре Нефени. Так, 730 у него здоровья. Вот этого достаточно будет, да? Более чем достаточно. Так и так. Иди отсюда, погуляй. Антаркопельта. Ну, шваркин, шваркин, понятное дело, уничтожит. Смотри-ка. А вот это ты зря, парень, сделал. Очень зря. Вот и все, ребят. Не знаю, на что он там рассчитывал. Он думает, что я буду себе бонусы брать на последнем-то, извини меня, динозавре. Нет, конечно. Все в атаку сливать. Так, какое местечко? 10-е. И 600 ДНК. Круто идем, ребята. Ой, зачем я закрыл-то? Круто идем, 600 ДНК, нормально. Так, ну что, давай, наверное, сделаем следующий поворот. Опять же возьму Эдиоморфодона. Возьму Уэрхоз... Блин, нет, Таниколагриуса, а потом Уэрхонозавра. Вот так вот. Смотрим, кто тут против нас сейчас будет выпендриваться. Ох, как хорошо, рептилия пошла первая, как раз под Эдиоморфодона. Ой, замечательно зайдет. Но пробить, к сожалению, не сможем сразу. Но львиную долю здоровья отнимем. На кого он сейчас будет менять, не знаю. Либо на Альбертозавра, либо на Птеранодона. Это же Птеранодон? Альбертозавра взял. Мне кажется, это глупо. Это глупо, очень даже глупо. Давай так сделаем. Две атаки, ты серьезно? Эй, парень, ну ты даешь. Ну ты даешь. Ну тогда пока. Раз, два,
Раз, два. И вот так. Пшел вон, щенок заморский. Прекрасно. Ну что ты, Эриопс? Взгрустнулось тебе, да? Я знаю, что тебе взгрустнулось. Меняться будешь, да? Или не будешь? Меняется. Да, это Птернодон мод 2, оказывается. Ох, какой. Две атаки. Все. Птичка тоже допрыгалась. Птичка тоже допрыгалась. И нам нужно всего лишь две атаки прописать. Раз, два. Раз, два, три. И вот так вот. Пока Птернодончик мод 2. Ну что, Эриопс, вот никуда ты от меня не денешься. Вот никуда. И везде тебя достану. Да, так редко бывает, ребята, что одним динозавром побеждаешь всю вражескую пачку. Давай, птеродактиль, бомби. Такой, хоп-хоп-хоп. На-на. Все, отдуплился. Ящерка готова. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Так, какое местечко возьмем? Пятое? Шестое. А здесь? А здесь? Опа, еще один загадочный парк. Деньги, деньги, деньги. И ларек с мороженым. О как. Прям ларек с мороженым. И 2000 очков доверия у нас уже. Так, близится, ребята, к развязочке у нас все. Остается совсем маленько у нас динозавров, как ты видишь. Что возьмем? Наверное, тиранозавра возьмем. Посмотрим. Птеродактиль, диплодоктер и тиранозавр. Сейчас глянем, кто против нас здесь будет выпендриваться. Блин, не очень хорошо. Все три травоядника. Но, с одной стороны, тиранозавру это только в радость. Прям вот, понимаешь, это как закусочка пойдет сейчас. Просто на закусочку ему. Щелк-щелк, перекус. Щелк-щелк, перекус. Замечательно. Одни травояднички, а. Ну, бомбанул, да, бомбанул. Не спорю. Удар, защита. Там это шунозавр, по-моему, да? А, суперзавр. 86 атаки, смешно. Просто смех. Ну что ты будешь делать? Ничегошеньки он не стал делать. Ну тогда сделаем мы. Раз, два, три. Готов, птенчик. Давай там последнее. Дейнохейр. Вот так вот, Дейнохейр. Ну, этот, конечно, нас ушатает, тут уж понятное дело. А вот диплодоктер, наверное, ушатает, скорее всего, его. По логике должен ушатать. Ух, конечно, конечно, ребята. Забомбит и не поморщится. На тебе. Прекрасно, что я могу тебе сказать по этому поводу. Арена идет отлично. И если бы тот поединок не вылетел бы, он тоже был бы победоносным. Эх, чуть-чуть не хватило, чтобы перейти нам с тобой на следующую лигу. Блин, вылетает. Но, как ты видишь, 120 ДНК получили. Опять она влетает, да, ребят? Игруха. Ну что, я не знаю, можно попробовать еще, наверное, один поединок. Но там уже, ребята, из пальца, грубо говоря, мы все высосим. Это получается, что взять нам можно Стегоцератопса, Метриакантозавра и... Ну, я даже не знаю. Кулазуха брать, ну это смешно. Скафагната, если только. Ну, давай попробуем так. Нелепо смотрится, да, на самом деле? А кто знает, а вдруг получится? Ну, я почему-то сомневаюсь. Посмотрим сейчас, кто нам тут встретится на пути.
Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вот нам и встретился на пути трындец, я тебе скажу. 205 к атаке. Но у него нет хищников. И это хорошо, это радует меня. А вот этот вот, блин, мощный чувак. Откуда они его взяли? У меня почему-то нет такого. Мой ход, да, говорит? Давай вот так попробуем. Ушатает, да? Такс. Напрягает меня, ребята, это все напрягает. Ну что, попробуем бомбануть тогда уж по полной программе. Давай, все сольем. И это хорошо. Опа, минус деплотатор. Ну вот этот Даустра как-то там, да, он? А, Птеродаустра. 218 к атаке. Ну вот сейчас, смотри, сейчас три атаки бомбанет. Три атаки, да? Сейчас посмотрим, сколько... Три атаки сделал, три атаки у него... Ой, три бонусных очка осталось, да? Если два хотя бы из них пройдут, мы его уничтожим. Фиг там. Сколько ему нужно? Блин, одну атаку всего лишь сделать надо. Одну. И три оставил, да, он получается? Он поставил на защиту. Давай-ка так проверим. Ага. А вот теперь сиди и думай, что я сделал. Меняет. Ой-ой-ой-ой-ой, сменил, ребята. Это дело дрянь. Да я его не смогу, конечно же, подбить. Нет, это беспонтово. Скафагнат, к сожалению, мой не вырубит. Вот если бы у меня был бы хищник вот этот, да, мы бы его порвали бы. Стигмолох этого. А так, к сожалению, ничего не вышло. Блин, надо попробовать еще, может быть, все-таки каким-то макаром, я не знаю. Выудим с тобой эту победу. Давай, там еще есть у нас вроде бы кто-то что-то, да? Эрликозавр. Ну вот если вот взять, например, даже вот так. Так, так и вот так. Может быть, Кулазуха. Да Кулазух. Что он, ребят, сделает? Ну я не знаю, можно попробовать. Вот так, например, сделать. И вот так. И смотреть. Давай хищника первым. Или травоядника. О, травоядник, блин, ну. Блин, какой травоядник, еще и радуюсь, какой травоядник, блин. Ну жесть. Это жесть, конечно, ребят. Шестнадцатый уровень, десятый. И Кулазух тут. Ни к селу, ни к городу прилетел, блин. Меняет. Дарвиноптер какой-то, прикинь. Дарвиноптер. Ой-ой-ой-ой-ой, даже это не поможет. Неужели сейчас хищника возьмет вот этого? Порвет он тогда моего эрликозавра. Нет, атакует, прикинь. Да. Ну и что мне тут делать? Все сливать получается. И вот так вот. Ой, блин, блин, как всегда, ребята. Блин, надо было еще одну атаку делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Че он получается? Он две атаки сольет сейчас, да? Меняет. Я думал, на самом деле будет он мощнее. Ох, да он даже еще и не добил. Он еще и не добил. Сколько тут у нас? Отлично. Раз, два. Блин, давай так сделаем.
Да знал бы, блин, сливал бы больше. Ой, меньше бы сливал бы. Ну тут две атаки сольет-то как пить дать. Две атаки сольет, мы с тобой можем взять Ютерануса и попробовать его завалить. А вот что с этим делать, я ума не привяжу. Что, пробуем, ребят? По полной тогда прописываем, да? Эх, была не была. Воу, воу. Ну не вырубил, к сожалению. Но он тоже нам тут особо... Хотя, как сказать особо, он пропишет. Ему нужно будет три атаки слить. Две у него остается. С одной мы с тобой вырубаем его. А вот что нам с летуном потом... Ох. У нас с тобой здоровья-то совсем мало. Давай так попробуем. Да он сейчас все в атаку сольет, друзья. Тут даже не обсуждается. У него 223 к атаке идет. Он даже если пяток, все равно он пробьет мне защиту. Ну, не получается, видите, не получается у меня сыграть вот таким вот. Это, грубо говоря, уже как бы идет высшая лига там. Вроде бы все есть, и в то же время, но не хватает именно мощей самих динозавров, к сожалению. Но я попытался, ребят. Попытался. Пускай неудачно попытался, но все-таки хоть что-то мы попытались сделать. Так, ну, на события уже, естественно, идти нет смысла, потому что нам даже некем будет играть. Да, вот такая вот коротенькая серия у нас получается. Но, тем не менее, мы можем, знаешь, что, кстати, с тобой сделать? В инкубатор поставить кого-нибудь выводиться. Вот только кого? Кто нам вообще нужен? Нундазухи. Рамфоринг? Подожди, а Рамфоринг у нас вообще с кем он скрещивается? Пахицефалозавр, с кем ты у нас идешь в гибрид? С Насутоцератопсом? Ага. А сколько он стоит, я не могу понять. Угу. Это был один там в заначке где-то завалялся у нас по ходу дела, да? На суд Сератопс. Стегозавр. Пастозух. Давай пастозуха поставим. Кого еще можно? Аргентинозавр. Тропиогнат у нас есть. Тропиогоптер мы из него сделали, да? Почему Гац стоит? А Гаца мы тоже, по-моему, да, скрещивали. Это получился уже у нас этот. Вот этот вот. Может быть. Блин. Вот был бы Карнотавр, было бы тоже неплохо, ребят, Карнотаврик это сделать. Тернодон. Эдиоморфодон. Таниколагриус. Анкилозавр с кем у нас скрещивается? Понял. Анкилозавр и диплодок. Получается этот. Он у нас есть. Астафрикозавр, к сожалению, недоступен. Кстати, топиелозавр сколько? Блин, 8. Его можно было бы скрестить. 7500. Дорого. Каритозавр. Твою налево. Чё ж вы такие дорогущие-то? А Кеца с кем у нас? С птеранодоном. Блин, да ты запаришься искать 40 птеранодон. Ну, чтобы до 40 уровня его прокачать.
На Сутоцератопс, кстати, можно будет потом сделать до 30 уровня. Деплотатор, что ли, взять еще одного? Слияние. Где взять вот эти вот ДНК на Саркозуха? Ребят, если кто знает, напишите мне в комментариях. А, гиганотозавр... А, гиганотозавр это... Подожди, со скалозавром? А скалозавр у нас, по-моему, да. Скалозавр, как всегда, блин, фиг ты найдешь, где. А, лимна... Колоборинг. А ну-ка. Твою налево этот колоборинг, блин, хоть бы выпал бы где-нибудь мне. В общем, пока ничего здесь нам не светит. Гуанлунь с кем? Метриоринг. Тоже вот этот метриоринг. Вот где бы его мне найти, а? В каком событии, чтобы он у меня хотя бы уже просто был? Чтобы он у меня просто был, я его мог уже потом просто развивать, прокачивать. Аделофазавр. Понятно, с эрликозавром. Ясно. Аэротитана тоже не поймешь, где находить надо. Так, а пирораптор? Вот пирораптор как раз-то идет с карнотавром. А карнотавра у меня нету. Но тем не менее, можно, знаешь что? Ага. Так, 20. Можно еще одного вывести. Я надеюсь, он у нас есть. А, есть. Че я смеюсь-то? Есть у нас, все нормально. Так, ну что, друзья мои. Что тут у нас 25 заданий каких-то. Вот здесь, наверное, вот эти ДНК, да, у нас зарабатываются. Но здесь нету на... Достигните в турнире Лига Доминаторов. Так, пройдите турнир Смертельная Вражда. Пройдите Схватка Чемпионов. Хвост Булава. Кровавый Апокалипсис. Короче, понятно все. Ладно, ребята, на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.